Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня сейчас слышите, видите, конечно, ставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что с трансляцией все нормально и что можно начинать наш ежедневный обзор. Спасибо за ваш плюсик, Ольга. Вижу, что плюсики потихонечку идут. Соответственно, я открываю свой рабочий стол. И мы начинаем наш обзор. Традиционно начинаем с просмотра Форекс-календаря. То есть обсудим все ключевые события, индикаторы, которые произошли после нашего вчерашнего обзора. И, конечно, что у нас впереди в ближайшие 24 часа. Потом мы перейдем к графикам. Начинаем. Вчера мы практически увидели всю статистику до 15 часов по московскому времени. Выходили индикаторы по рынку жилья в Канаде. Я прокомментировал вот этот индикатор, который вышел на достаточно хорошем уровне. Потом вышли индикаторы, были опубликованы в 15.30 по московскому времени, индикаторы по США. Видно, что разрешения на строительство значительно увеличились. Это достаточно позитивный сигнал для американской экономики. Объясняю почему. Потому что даже если мы вернемся на сайт Федрезерва, сейчас он откроется еще один раз, Federal Reserve, совсем-совсем недавно было написано в разделе по монетарной политике, что последний год идет замедление на рынке жилья. Вот я это сейчас покажу, где это было Residential Investments. Так, давайте я посмотрю, найти это здесь. Так, это не здесь. Соответственно, это значит, было в бежевой книге на самом деле. Получается, что это действительно было в бежевой книге, а не... Давайте я сейчас постараюсь это... Ага. А вот я вам показываю, значит, это было в бежевой книге после заседания Федрезерва, которое состоялось в июне. Соответственно, оно покрывает, можно сказать, последние 45 дней до конца июля. Вот здесь было написано, то есть в двух словах, это покрывает период середина июня, конец июля. Residential and non-residential construction, то есть строительство как и на рынке жилья, так и строительство и обычное, например, когда строятся бизнес-центры, то есть торговые центры, вообще здания офисные и так далее, находятся в неком застое в большинстве регионов США. Вот это практически изречение я заметил, что именно тогда во время публикации бежевой книги, что оно указывает на некое такое потенциальное замедление строительного сектора США. Почему я хочу на это обратить внимание? Потому что в 13-м, в 14-м, в 15-м годах строительство приносила достаточно большой положительный вклад для роста американской экономики. Соответственно, еще раз подчеркиваю, строительство было важным двигателем для роста американской экономики. И вот, видимо, этот рост потихонечку начал исчерпываться, то есть он потихонечку начал замедляться. И сейчас, когда я вижу, что индикаторы, а именно разрешение на строительство, значительно увеличивается, это значит, что он может пройти через вот этот застой, в котором находился последнее время, и снова подтолкнуть экономику. Извиняюсь, на самом деле мне показалось, что это США, это практически канадская статистика по разрешению на строительство. Просто я немножко перепутал. Мы же обсуждали вчера эти индикаторы по канадскому рынку. Я извиняюсь, чисто по инерции, мне показалось, что это американская статистика. Но неважно, все равно мы будем отслеживать этот нюанс. Так что если появится хорошая статистика по рынку жилья по США, мы будем учитывать всю вот эту информацию, которую я озвучил. Идем дальше по поводу продуктивности труда в США.
Это хорошие числа. В квартальном выражении оно повысилось на 0,9%. Мы видим, что идет и пересмотр предыдущего значения показателя. То есть это пересмотр значения за первый квартал. Я постараюсь сегодня после нашего обзора на страничке Альпари в разделе... Так, одну секундочку. На страничке alpari.com.ru в разделе «Аналитика Forex» опубликовать новость именно по этому индикатору, потому что я сейчас даже до начала обзора этим занимался. Почему это важно? Потому что совсем недавно я писал новость, плюс я последнее время говорил об этом, что продуктивность труда в США достаточно низкая, именно поэтому и рост заработной платы в США остается на достаточно низких уровнях. И это практически все указывает на отсутствие двигателей для экономического роста американской экономики, соответственно, для роста американского доллара. То есть нет экономического роста, валюта практически не может повыситься по цене. Что хочу сказать? Значит, здесь на самом деле вот последние числа, которые я увидел, конечно, тут есть пересмотр предыдущих значений, указывает на потенциальную возможность улучшение продуктивности труда в 2017 году. То есть это некий первоначальный, тоже такой позитивный сигнал. И действительно может оказаться, что продуктивность труда в этом году может подняться до 1%. Что значит 1% для продуктивности труда? Конечно, это не так много, потому что в последние 10 лет, можно сказать, что до начала глобального финансового кризиса, то есть в предыдущем десятилетие, он составлял около 1,20-1,30%. Сейчас практически в США продуктивность, рост продуктивности труда намного ниже, но если в этом году мы увидим уровень около 1%, это будет сигнал о неком восстановлении. Так что еще раз хочу сказать, в разделе «Аналитика Форекс» я об этом поговорю. Соответственно, видно, что и индекс, точнее индикатор по оптовым запасам повышается. Как мы раньше говорили, это достаточно хорошее значение, потому что я комментировал, что сейчас, когда индикатор выходит в красном, то есть повышается по сравнению с другими индикаторами, это на самом деле лучше для американской экономики. Почему? Потому что при увеличении запасов сейчас мы можем предположить, что, во-первых, оптовики, продавцы понимают, что в будущем спрос в американской экономике будет выше. То есть, раз спрос будет выше, это хорошо для американской экономики, для экономического роста. И они подготавливаются к потенциальному росту спроса со стороны потребителей. Поэтому наращивают свои запасы. Плюс я хочу подчеркнуть, что в 2016 году они уменьшили свои запасы значительно в ожидании некой стагнации. Сейчас, когда они начинают наращивать свои запасы, как минимум это создает спрос на товары для производителей, то есть это будет подтягивать и производство вверх. Так что я считаю, что этот индикатор достаточно хороший. Идем дальше. Сегодня было заседание Резервного банка Новой Зеландии, точнее оно было вчера вечером, в полночь или в 12:00 рано утром они опубликовали свое решение. Я прокомментировал решение Резервного банка Новой Зеландии, это здесь в разделе «Аналитика Forex». Давайте я его покажу, то есть для тех из вас, которые торгуют по новозеландскому доллару. Надеюсь, что это было интересно. Я указал, чтобы сейчас не открывать эти странички Резервного банка Новой Зеландии, вот практически какой экономический рост озвучивал Резервный банк Новой Зеландии в феврале, в мае и в августе, потому что они ежеквартально или 4 раза в год публикуют свои прогнозы, а именно вот этот документ Monetary Policy Statement, или это практически отчет по монетарной политике. Соответственно, вот видно, что идет снижение прогнозных значений за 2017 год по сравнению с оценкой в мае, за 2018 год по сравнению с оценкой квартал назад. Но если мы посмотрим среднюю оценку за весь вот этот период,
которую они нам предоставили в феврале, в мае, в августе тут большого изменения нет. На самом деле оказывается, что тенденция идет к некому мелкому улучшению. То есть здесь рост составлял 3,1%, 3,1%, 3,2%. Почему я это хочу показать? Тут ситуация такая. В целом я все-таки считаю, что было бы лучше, если значения по росту ВВП и в 2017, и в 2018 годах были хотя бы на этих предыдущих уровнях или выше. Потому что это немножечко оказывается, вы знаете, банк вот типа вот так говорит. Мы предполагаем, что в ближайшее время будет замедление роста, но в дальнейшем он снова пойдет сильно вверх. Вот это откладывание роста у меня вызывает иногда скепсис. Будет ли это так или будет по-другому развиваться, трудно сказать. Но это как будто я, допустим, где-то работаю и говорю, я сегодня не успеваю сделать свою работу, но я обещаю, что в течение месяца выполню все вот эти свои задания за текущий месяц. И это с каждым днем. Я говорю, сегодня я не смог полностью выполнить свою ежедневную работу, свое ежедневное задание, но все-таки обещаю, что до конца месяца смогу все это практически сделать. Так что я к этим практически откладываниям немножечко со скепсисом отношусь. Поэтому хочу сказать, что это для меня некий такой маленький негатив по экономическому росту Новой Зеландии. По поводу процентных ставок, никто не ожидал, конечно, рынок не рассматривал возможность повышения или снижения процентных ставок. Во время пресс-конференции Грэм Уиллер подчеркнул, что угрозы от дефляции нет, хотя инфляция находится ниже целевого уровня, но они, конечно, с учетом того, что угрозы от дефляции нет, не собираются снижать ставку. И, соответственно, здесь сохраняется траектория ожиданий по повышению процентных ставок. И первое повышение предполагается, что произойдет где-то во второй половине 2019 года. Подчеркиваю, это на сегодняшний день. Вы сами понимаете, что эти графики, они не статичны, вот эти прогнозы. При неком изменении ситуации это может уже через 3 месяца поменяться, вот этот прогноз, как и вверх, так и вниз. Мы говорим это все на сегодняшний день. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то, например, там через год или два появился и сказал, вы помните, там в середине 2017 года говорили, что Резервный банк Новой Зеландии предполагает, что ставка поднимется всего лишь на 25 базисных пунктов, то есть на всего лишь один раз. До середины 2019 года. А вот, допустим, в 2019 году, если кто-то мне это скажет, и скажет, а вот видите ли, ставка поднялась, например, до 2,5%, вы были неправ. Нет, я с этим категорично хочу не соглашусь, в том числе, если даже ситуация ухудшается в Новой Зеландии, они будут снижать ставку, я говорю, что это на сегодняшний день прогнозы. На самом деле с этими прогнозами согласны и финансовые рынки, потому что они тоже закладывают вероятность повышения ставки от вот этого уровня, от уровня 1,75 до 2 годовых в ближайшие 2 года. То есть они предполагают, что произойдет вот только одно снижение ставок. Вот этот график, который у меня есть, я его чуть попозже прокомментирую уже у себя в МТ4. Так что мы идем дальше. Следующее, что хочу сказать, сегодня выходили индикаторы по Великобритании, рынок жилья, индикаторы по Японии, производственная инфляция потихонечку начинает повышаться, конечно, это было из-за снижения иены, давайте мы откроем все-таки МТ4 и посмотрим на японскую иену, соответственно, одну секундочку, вот она наша японская иена, мы понимаем, что вот это снижение японской иены, которое произошло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас приносит свои плоды и производственная инфляция начинает повышаться. Она на самом деле уже давно повышается. И я хочу сказать, видно вот здесь период дешевой иены, который практически потихонечку перенесся на сегодняшний день. И, соответственно, то есть здесь дорогая иена, здесь практически дорогая иена, которая надавила на производственную инфляцию через год или два. А сейчас, когда у нас
иена снова начала дешеветь, мы потихонечку получаем рост по инфляции. Почему? Потому что когда иена дешевле, японские производители закупают, например, сырье уже по более высоким ценам в японских иенах, и, соответственно, эта производственная инфляция повышается. На самом деле возникает вопрос, а это значит ли, что повысится и отпускные цены, то есть CPI, Consumer Price Index, рано или поздно. Нет такой гарантии нет, поэтому мы будем следить за общей инфляцией. И я хочу сказать, что по логике, если повышается производственная инфляция рано или поздно и общая инфляция повышается, это чисто теоретически, но на практике может произойти такой процесс, когда производственные цены повышаются, а общая инфляция не повышается, и тогда у производителей возникает проблема, когда они производят товары дороже, они могут поднять цены, то есть у них падает прибыль. И это плохо для экономики, и, соответственно, при таком сценарии это плохо и для валюты. Идем дальше. Вот он общий индекс, третичная сфера Японии, или это сфера услуг. Да, конечно, в месячном выражении у нас нулевое значение показателя, но если мы перейдем на график, это улучшение японской экономики уже видно. Давайте я все-таки тогда зайду через этот документ, чтобы он быстрее открылся. Улучшение идет уже достаточно долго. Вы сейчас видите график. Вот практически период падения активности в 2014 году японской экономики, 15, 16, 17 год. Четко и ясно нам видно, что и первичное, и вторичное, и третичное практически производство, вот сфера, сейчас мы видим сферу услуг, повышается траектория, идет вверх. Соответственно, это хорошо для японской экономики, но я хочу сказать, это запаздывающий индикатор, он за месяц июнь. Этот индикатор просто нам подтвердил, что первое полугодие для японской экономики было лучше, чем, например, год назад. Поэтому видно, что иена против доллара, допустим, в первом полугодии вела себя достаточно стабильно. То есть эти индикаторы просто подтверждают некие движения. Идем дальше. По Великобритании выходили индикаторы в производственном секторе. Они достаточно слабые. Индустриальное производство в месячном выражении выросло на 0,5%, точнее промышленное, а здесь обрабатывающие отрасли. Но еще раз хочу сказать, что как и по Японии, эти индикаторы являются запаздывающими. Почему? Потому что они нам предоставляют уже информацию за период, который уже прошел. Давайте я зайду все-таки по этой ссылочке. Я закрою вот эти статистики по Японии. Соответственно, и хочу прокомментировать ситуацию по Великобритании. Вот он практически индикатор, который вышел за месяц июнь. То есть это не за предыдущий месяц июль, а за месяц июнь. Соответственно, это статистика запаздывающий индикатор. Это исторические данные, они уже в цене. И, соответственно, я все-таки хочу показать на этот график, что мы видим, что вот она траектория индустриального производства, что мы видим, что хороший период, который был во второй части прошлого года, может быть закончился, и у нас сейчас идет снижение. Я предполагаю, что всем на графике это видно. И это полностью, вот это падение производства, частично полностью оправдывает вот этот низкий экономический рост в Великобритании, который был в первом полугодии текущего года. Вспоминаем, что рост ВВП, если не ошибаюсь, вырос всего лишь на 0,3%. Давайте я здесь открою еще один Форекс-календарь за второй квартал. Я с целью это покажу. Секундочку. Значит, я беру статистику по Великобритании и постараюсь описать вот эту информацию с точки зрения важности для трейдера. Вот мы сейчас найдем вот эту информацию по ВВП, которая опубликовалась в конце прошлого месяца. Индикатор по ВВП Великобритании за второй квартал, подчеркиваю, это второй квартал текущего года, указал на рост всего лишь на 0,3%. Соответственно, месяц июнь, который мы только что видим, он уже в этом
индикаторы по ВВП за весь третий квартал. Соответственно, этот индикатор, который нам указывает на вот это снижение здесь, просто подтверждает, что действительно ВВП по предварительной оценке имеет право быть настолько низким. Надеюсь, что это очень и очень важно. И понятно, что этот индикатор является запаздывающим. Следующее, что хочу сказать, здесь полезная информация. Я попытаюсь на эту информацию обратить внимание, что на производство Великобритании, извините, не на производство, тут немножечко неправильно, индекс of production, оно переводится на русский производство. Я все-таки скажу на промышленное производство. Приходится 14, приблизительно с половиной процента, то есть около 15% ВВП британской экономики приходится на промышленное производство. Соответственно, вы сами понимаете, что сфера услуг для Великобритании намного важнее. Но я почему хочу еще раз вернуться к этому графику, показать, что может быть тот дешевый британский фунт все-таки пока еще не стимулирует промышленного сектора Великобритании. Многие эксперты говорили, что при дешевом британском фунте британское производство будет более конкурентоспособным на мировой арене, увеличатся продажи британских экспортеров. Видимо, это не происходит. И если мы спустимся чуть вниз, я хочу показать, что у них идет падение производства автомобилей. Вот оно практически значительное снижение производства автомобилей. Так что дешевый британский фунт пока еще никак позитивно не влияет на британские экспортеры. И мы должны это учитывать, что вот не всегда дешевая валюта действительно может простимулировать некое производство промышленное, имею в виду. В частности, в Великобритании мы сейчас это видим. Соответственно, я это закрываю. И мы идем дальше. Даже видно, что по торговому балансу, тут у нас тоже запаздывающий индикатор, дефицитное значение действительно расширяется галопирующими темпами. И я хочу сказать, что еще раньше предполагалось, что этот дефицит рано или поздно может превратиться в финансовую угрозу для британской экономики. То есть превратиться в системный риск. Это серьезно. Это действительно очень серьезное снижение. Что у нас впереди? Значит, только что были опубликованы индикаторы, но на самом деле они должны были бы выйти в 3 часа. Опубликовались в 2:35 по московскому времени. По экономическому росту от Национального исследовательского экономического института. Я все-таки открою этот документ, потому что иногда здесь есть очень много полезной информации. Он очень маленький. Я пока еще его не прочитал. Вот что хочу сказать. Ожидается, что рост составит 0,2% за последние 3 месяца, включая месяц июль, то есть получается май, июнь, июль. После роста на уровне 0,3% за второй квартал, который мы уже прокомментировали вот здесь, 0,3%. То есть видно, что и в ближайшее время Национальный исследовательский экономический институт Великобритании предполагает, что экономический рост пока еще будет слабым. Но они ожидают, что рост, скорее всего, будет подниматься. Вот это можно почитать с учетом того, что вот здесь практически их утверждение. Я потом это уже прочитаю. И давайте мне все-таки любопытно. Но все-таки экономический рост останется ниже среднеисторического или ниже 0,6% в квартальном выражении. То есть вот практически прогнозы от этого института. Соответственно, они в краткосрочной перспективе ожидают, что рост, соответственно, будет низким. Но вот здесь практически есть прогнозы, что они ожидают, что рост ВВП Великобритании составит 1,7% за 2017 год и 1,9% за 2018 год. На самом деле это вблизи ожиданий Банка Англии. Конечно, этот рост ниже уровня в 2%. Будем следить за их прогнозами. Если торгуете по британскому фунту, в табличном виде делайте для себя вот эти прогнозы по ВВП разных исследовательских агенций, разных практически банков, чтобы вы видели,
как они смотрят на британскую экономику, и, соответственно, это очень важно для британского паунда, для британского фунта. Идем дальше. У нас через несколько минут выйдут индикаторы по производственной инфляции по США, заявки на пособие по безработице, выступает Уильям Дадли в 5 часов, бюджет федеральный по США. Завтра утром у нас есть индекс NZ по Новой Зеландии в промышленном секторе. И, конечно, Food Price Index, или это цены практически на плодово-овощную продукцию. И на первом деле на продукты питания, имею в виду. Соответственно, хочу сказать, что здесь ожидается некое снижение. Это на самом деле в годовом выражении, имею в виду, было сегодня написано в видении Резервного банка Новой Зеландии. Конечно, это так сильно не может повлиять на новозеландский доллар. Потом выступает глава Резервного банка Австралии. Несколько индикаторов по инфляции CPI и Wholesale Prices, или цены оптовиков по Германии и Франции. И потом у нас будет следующий обзор. Какие у вас вопросы, уважаемые зрители, возникли конкретно по макростатистическим индикаторам, по событиям, которые произошли в ближайшие 20, которые произошли после вчерашнего нашего обзора, которые есть до нашего следующего обзора. Если возникли конкретные вопросы, пишите в чате. Давайте я сейчас прочитаю, кто что пишет. Пеленчков Владислав из Минска, первый, можно сказать, написал в чате. Давайте я прочитаю. Василий, по поводу товарных запасов на складах оптовой торговли в натуральном выражении, то они составили без учета сезонных колебаний 490 миллиардов. Среднее значение за 6 месяцев текущего года составило 4,560 миллиардов, что на 4,5% выше среднего значения за 12 месяцев 2016 года, которое составило 439 миллиардов. Я округляю немножечко вот эти числа. В свою очередь, снижение среднего значения 2016 года к среднему значению составило огромное спасибо, что вы это прокомментировали, вот, за то, что вы предоставляете вот эту полезную информацию. Я хочу еще раз вернуться тогда к этим данным и подчеркнуть, что где эта статистика, это было вчера, что на мой взгляд вот это повышение по этим запасам, и не только по wholesale inventories, есть и business inventories, то есть и business запасы, то есть есть несколько таких индикаторов по США. В настоящее время, когда числа выходят лучше предыдущего и лучше ожиданий, то есть в красном, это лучше для американской экономики. И я об этом уже говорил и во время наших обзоров, и раньше на финпрессе, что хорошо, когда повышаются и продажи, и одновременно запасы, потому что вот эти запасы, они исчерпывались в 2016 году. То, что вы здесь написали, в свою очередь, снижение среднего значения 2016 года составило минус 0,4% по сравнению с 2015 годом. Почему? Потому что, еще раз я подчеркну эту информацию, в 2016 году бизнес ожидал, что ситуация в США пока еще непонятная. Они предполагали, что американская экономика и потребление может зайти в тупик. И, соответственно, они практически продавали свои запасы, а заново не их увеличивали. И это давило на производителей, потому что складские запасы снижаются, а никто практически не заказывает дополнительно продукцию. Сейчас идет вот эта тенденция. И на самом деле, еще раз хочу сказать, я это даже вчера и позавчера, если не ошибаюсь, показывал, что Федеральный резервный банк Атланта вот в своем практически прогнозе, который он вчера снизил на 3,5%, хочу сказать, что предоставляет очень-очень большую значимость сейчас именно на CIPI, или это изменение в частных запасов. Частично это практически включает вот этот индикатор Wholesale Inventories. То есть, если мы посмотрим на рост ВВП, который практически составляет 3,7% по их оценкам, одна треть этого роста приходится именно на увеличение запасов. Поэтому я говорю, что эти запасы сейчас, в этом квартале и вообще в этом году, могут сыграть очень важную роль для экономического роста США.
Соответственно, спасибо за то, что вы более детально озвучили конкретные числа. Беленчиков Владислав. Читаю дальше. Сосков Александр. Выступивший вчера Чарльз Эванс из Федерального резервного банка Атланта в Чикаго заявил о том, что низкая инфляция не помешает Центробанку начать сокращение баланса в следующем месяце, но может отсрочить очередное повышение ставки до декабря или даже позже. Однако Эванс известный голубь, поэтому его позиция никого не удивила. Спасибо за эту информацию. Конечно, все выступления ведущих представителей достаточно важны, иногда они нам предоставляют полезную информацию. Мухаммедчин Митхат пишет, извините, производительность. Мухаммедчин Митхат, если вы можете сконкретизировать, что вы конкретно хотели написать или меня спросить, может быть, вы писали именно в то время, когда я комментировал вот эти предварительные данные по продуктивности труда в США. То есть это продуктивность труда. Вы знаете, на самом деле я читаю даже в российских источниках, в том числе и Центробанк, Банк России, он пользуется той же самой терминологией. Производительность, они всегда говорят производительность труда или продуктивность труда. То есть чаще, если честно, я вижу, что Центробанк России или, соответственно, Банк России говорит о продуктивности труда. Идем дальше. По поводу вашего... Беленчиков Владислав, давайте я вернусь к вашему заявлению, или которое вы написали в чате. Объясняю почему. Потому что я увидел, что вы это написали в комментариях в моем вчерашнем обзоре. Давайте я зайду на свой вчерашний обзор на сайте, конечно, который находится... Вот вы здесь практически оставили свой комментарий, и практически, поскольку я понимаю, в чате находится та же самая информация. Смотрите, значит, давайте я, соответственно, открою и ту статью, которую я писал, точнее, свой обзор. Это последнее, что мы прокомментируем, и тогда переходим к графикам. Я сейчас, соответственно, найду и эту статью. Мы вернемся снова к росту заработной платы США. Я озвучу свое мнение. Так, сейчас я найду вот эту статью. Я ее писал, соответственно, вчера. Вот она, табличка по росту заработной платы. Давайте я попытаюсь немножечко ее увеличить. И, соответственно, здесь я озвучил свое видение. Соответственно, вы написали, что вы со мной немножечко не согласны. Огромное, на самом деле, всем огромное спасибо, которые пишут. Я читаю все вот эти ваши комментарии, так что не думайте, что я пропускаю ваши сообщения, ваши мнения, в том числе Владислав. Спасибо, что вы мне на электронную почту отправили ваши видения. Сейчас я его прокомментирую и, соответственно... Всем еще раз огромное спасибо за ваши комментарии. Идем дальше. Значит, первое, что хочу сказать, я очень рад, что вы сейчас перешли на табличку номер 3 статистического бюро США. То есть, поскольку я понимаю, для вас было полезно то, что я вам сказал, что в настоящее время лучше обратить внимание на табличку номер 3, а на табличку номер 4. Почему я это говорю? Потому что я вижу, что... Уже после этого вы перешли на табличку номер 3, после того, как я вам предложил лучше на это обратить внимание. И, соответственно, вы мне предоставляете вот эту информацию. Так, что я здесь сделал? Я взял среднюю заработную плату, недельную, это недельная заработная плата в США за 2016 год. Она практически выросла на 2% и 3% по сравнению с 2015 годом. Здесь я взял среднюю за 2017 год. Конечно, я понимаю, что в известной степени, может быть, подчеркиваю, когда-то лучше сравнивать первые 7 месяцев с аналогичным периодом прошлого года. И тогда действительно получается, что рост составит 2, то есть он составляет 2,8%. То есть если я сравню среднюю заработную плату недельную в США за первые 7 месяцев с аналогичным периодом, то есть с
периодом январь-июль 2016 года, получается, что рост не будет на уровне 2%, а будет на уровне 2,8%. Я это хочу сказать, конечно, понимаю. Вы сами понимаете, что эти таблицы... С этими таблицами я уже давно работаю. Я сам, когда практически делаю некую среднюю, сам для себя делаю иногда вывод, какую лучше взять. И вам одну вещь хочу сказать. Вы знаете, я все-таки сейчас оставляю в американских табличках вот такую среднюю цель, потому что вы исходите из логики, что заработная плата в США будет ежемесячно ровными темпами там повышаться, то есть, что есть такой темп роста на 0,2%, допустим, в месячном выражении, и вы исходите из этой логики. Да, тогда лучше взять то, что вы написали. Но я отношусь к этому скептично, потому что в 2006 году, когда я начинал свою работу на должности финансового аналитика, мы пользовались приблизительно вот такими же методами математической экстраполации, то есть мы видим некую среднюю число за последние 15-20 лет. Конечно, там вот эти логарифмические функции, и практически принимаем, что вот именно на столько-то будет расти либо вверх, либо вниз, там индикатор, который мы сейчас будем пытаться прогнозировать. И в 2007-2008 году, когда произошел глобальный финансовый кризис, оказалось, что все вот эти эконометрические модели никак не смогли вот эту глубину предсказать в нашей компании. Я с того момента для себя сделал один вывод. Лучше практически ссылаться на то, что у нас есть, и не предсказывать, что зарплата вот... ровно будет повышаться. Почему вы в вашей модели, я вас спрашиваю, Владислав, не взяли, что вдруг рост замедлится? Вы можете найти в исторических данных, если вернетесь, вот такие периоды, когда в течение года или двух практически до 5, 6, 7 месяца зарплата повышалась, а потом идет приблизительно в бок. Соответственно, с учетом этого я исхожу из данных, которые мы есть. Я не буду таким большим оптимистом и ставить рост на 0,2% по американской заработной плате ежемесячно. То есть поэтому я все-таки в своем видении ссылаюсь на вот это число. Конечно, каждый имеет право на свое видение. Если честно, я частично с вами согласен. Я тоже предполагаю, что заработная плата может подтянуться к 3% в этом году, если честно, потому что есть оптимистичные индикаторы, в том числе вчерашний индикатор по производительности, по продуктивности труда. Но я для себя сказал, что буду придерживаться в таких сложных периодах по американской экономике и по любой экономике к более скептичным взглядам и никогда не буду закладывать ни повышение, ни снижение. По логике, если вы занимаетесь эконометрическими моделями, там нужно разыгрывать три сценария: вверх, в бок и вниз, то есть пессимистичный, нейтральный, то есть оптимистичный, нейтральный и пессимистичный. Это самое правильное. В нашем случае я просто взял среднюю, то есть нейтральный сценарий. Надеюсь, я сказал вам, объяснил свое видение. И в качестве заключения, на самом деле, хочу вам сказать огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы это читаете, что вы анализируете. Потому что я хочу сказать, иногда я могу совершить некую ошибку, когда работаю, то есть работаю с табличками. И вот когда есть человек, который это читает, который готов там что-то прокомментировать, он может увидеть некую мою такую ошибку. И даже для Финпресса хочу сказать, что вот ту статью, которую я писал о нонфарме, я ее писал поздно вечером, когда пересчитывал здесь, сделал ошибку, вы помните, это было на прошлой неделе. Я сделал ошибку вот здесь. Она четко и ясно видна. И я на следующий день сказал во время обзора для компании Альпари, что я на сайте Финпресс вчера сделал ошибку математическую, когда просто вбивал данные, просто вечером я уже был устал. И сегодня во время обзора поправлюсь. И здесь, хотя я указывал 188 тысяч, вы помните, что в обзоре мы, когда пересчитывали эти данные, оказалось от 202 до 200, если не ошибаюсь, 32. То есть вообще другое число, исходя из этой логики. Соответственно, вот такое тоже бывает. Так что огромное вам спасибо. Поскольку я понимаю, других вопросов нет. Читаю последнее, что вы написали. Вчера ФРБ Атланта снизил свой прогноз до 3,5.
после вклада инвестиций в кадастр рост реального ВВП за третий квартал. Да, хорошо, мы это увидели сегодня на сайте ФРБ. Идем дальше. Начинаем практически, давайте я все-таки перейду, просто я вчера тут добавлял вот этот график, может быть, я сейчас перейду на долларовый индекс, посмотрим на долларовый индекс. Что у нас есть на долларовом индексе? Ничего практически пока на тяжелых таймфреймах не поменялось. Хочу сказать, что на weekly таймфрейме вот эти свечи, которые здесь строятся, то есть на недельном таймфрейме, потенциально разворотная свеча. Это ни в коем случае не значит, что раз мы находимся на этой впадине мая предыдущего года, и раз здесь нарисовалась вот эта разворотная свеча на недельном таймфрейме, что это является сигналом на покупку. Почему? Потому что логикой, которой я, стратегией, которой я пользуюсь, для меня нужно, чтобы здесь было как минимум две свечи на том же таймфрейме, на который я практически сейчас смотрю на график. И они подкрепили вот эту разворотную свечу. Вот эта свеча практически, если здесь будут, например, на недельном таймфрейме первая, если нарисуется первая хорошая бычья свеча, вторая хорошая бычья свеча, вот тогда я уже для себя смогу сказать, да, здесь на недельном таймфрейме есть уже разворотная свеча, которая подтверждена двумя хорошими бычьими свечами. Вот тогда могу отталкиваться от той же самой впадины. Пока для меня это просто некая такая интересная формация, которую нужно отслеживать, но для себя тут никакого вывода я пока еще не делаю. На недельном таймфрейме мы прикасаемся к самой быстрой, к 22-м дневной скользящей средней, соответственно, здесь может быть будет некое сопротивление, я не знаю, но как минимум для меня это все показывает, что у доллара потенциал на рост достаточно ограничен, и все покупки американского доллара в любой валютной паре, в том числе против некого инструмента как золото там и так далее, достаточно ограничен, и все сделки на покупку американского доллара носят высокий риск. Пара евро-доллар на месячном таймфрейме. Посмотрим, если мы будем двигаться около вот этой верхней части диапазона. Впервые мы увидим, что после череды бычьих свечей в настоящее время свеча имеет медвежий характер, но это не настолько сильный и негативный сигнал. На недельном таймфрейме потенциально разворотная свеча, то есть вот эта падающая звезда. Но еще раз хочу подчеркнуть, как и по долларовому индексу, для меня вот эта потенциально разворотная свеча ничего не значит, кроме интереса, который у меня просто есть, чтобы ее глубже отслеживать. Объясняю почему. Вот, например, здесь была разворотная свеча в нижней части этого диапазона на недельном таймфрейме. Вот первая хорошая бычья свеча, которая ее подтверждает, то есть здесь есть перекрытие вот этой медвежьей свечи, то есть типа произошло бычье проглощение. Потом еще одна разворотная свеча, типа доджи, но она не является достаточно стабильной. Вот еще одна бычья свеча, которая сформировалась здесь, а вот эта череда вот этих двух бычьих свечей с хорошими телами, они уже подтверждают частично вот этот сигнал о развороте на том же самом таймфрейме. То есть мы когда обсуждаем свечи, они должны быть на одном и том же таймфрейме. Соответственно, если здесь сформируются две медвежьи свечи, которые начнут перекрывать тело вот этих две предыдущих бычьих свечей, вот тогда я для себя могу сделать некий вывод, что может быть на этом таймфрейме мы возвращаемся практически потихонечку в этот диапазон. Для меня это пока еще ничего не значит. Я хочу сказать, на графиках вы можете найти много таких разворотных свечей. Вот она, некий додж. Потом маленькая бычья свеча и третья практически снова медвежья на недельном таймфрейме, которая отменила вот этот сигнал. Надеюсь, это четко и ясно видно. Таких свечей очень много. Очень много, имейте в виду, вы можете по графикам, например, их заметить на графиках, отследить и увидеть, что всегда желательно, чтобы как минимум после этого было две подтверждающих
свечи. Надеюсь, мое видение понятно. Соответственно, здесь я просто наблюдаю за эту валютную пару на более мелких таймфреймах. Мы находимся на 4-часовом таймфрейме, все-таки в восходящем тренде. Конечно, сейчас идет период коррекции, но это не значит, что восходящий тренд в паре евро-доллар сломан. Соответственно, сделки на продажу я никак здесь не могу рекомендовать и смотреть для себя. Тоже на покупку на более мелких таймфреймах, чтобы подключиться, пока еще нет возможности, потому что здесь нужно, чтобы сформировалась впадина и восстановление восходящего тренда. Вот тогда я бы рассматривал возможность на покупку. Сейчас просто наблюдаю. Да, конечно, здесь практически на 15-минутном таймфрейме, если мы перейдем не на 30-минутном, он будет виден, что, может быть, начинает рисоваться вот этот нисходящий тренд. Но вот впадины не переписываются, то есть тут он с сомнением. Так что если кто-то торгует уже на очень мелких таймфреймах, там на 30 минутках, на 15 минутках, это другое дело. Во время нашего ежедневного обзора вот эти мелкие таймфреймы я не буду обсуждать. Пара фунт-доллар. Что хочу сказать. Мое видение никак не меняется. Линия нисходящего тренда. Мы прикасаемся потихонечку к линии нисходящего тренда. Видим, что впереди очень много сомнений по британской экономике долгосрочных. Почему говорю долгосрочных? Потому что мы, когда смотрели статистику последнюю неделю, видим, что крупные институции, в том числе Банк Англии, предполагают, что во втором полугодии или вблизи Нового года, скорее всего, британская экономика уже темпы роста начнут снижаться. Но в краткосрочной перспективе все опережающие индикаторы исследования указывают на сохранение оптимизма в британской экономике. Так что это ставит под вопрос вот эту в ближайшее время, в краткосрочной перспективе, под вопрос вот эту разворотную свечу. Она пока еще никак не закрылась, это за месяц август. На недельном таймфрейме мы все-таки попытались уже пробить вот этот нисходящий тренд. Вот они первые попытки, реальные попытки выхода из восходящего тренда в паре фунт-доллар. Но еще раз хочу сказать, как и по золоту, и по любым инструментам, которые я показывал, даже если на тяжелых таймфреймах рисуются некие разворотные свечи, но они пока еще не закрылись, я буду отталкиваться потихонечку от их, если они подтвердятся. Если на мелких таймфреймах, на более мелких таймфреймах тренды будут сломаны, то есть в нашем случае вот эти восходящие тренды, и все равно для меня будет нужно, чтобы на более уже мелких таймфреймах, когда мы смотрим на вот эти восходящие тренды, сначала произошло движение вниз, которое показывает, что тренд ломается, то есть мне нужно, чтобы переписалась предыдущая ключевая впадина. А пока мы видим на линейном графике, что мы находимся на том же самом уровне. Вот он, тот же самый уровень, пока мы не переписали вот эту впадину. И даже если мы ее перепишем, я дождусь момента подтверждения вот этой вершины ключевой, разворотной, которая рисует на тяжелом таймфрейме начало медвежьей свечи. И когда подтвердится или в случае подтверждения, я не буду на 100% утверждать, когда подтвердится, в случае подтверждения начала нисходящего тренда потенциального, а именно следующая вершина должна быть ниже предыдущей, тогда у нас будет первая вершина, вторая вершина, которая уже ниже предыдущей, впадина одна, вторая, которая практически переписывает вот эту ключевую впадину, тогда можно искать момент на продажу, то есть подключиться к потенциальному развороту. Вот я так действую. Соответственно, для меня британский фунт просто находится в ожидании, потому что если мы перейдем к более мелких таймфреймах, здесь видно, что вот эта впадина никак практически не переписалась. Так что все вот эти сделки, которые кто-то открывает здесь на продажу с надеждой восстановления движения вниз, носят достаточно высокий риск. Каждый трейдер в этом случае, если готов принять этот риск, должен понимать, что он на себя берет риск, что сигналы не настолько надежные, либо нужно уменьшать свои объемы, либо просто наблюдать. Если вы не очень сильно толерируете риск, скорее всего, лучше воздержаться.
с учетом того, что долларовый индекс или покупка доллара не подтверждается даже долларовым индексом. Идем дальше. Пара доллар-франк. Вот единственная пара, которая в прошлом месяце, как я каждый день говорю, нарисовала потенциально разворотную свечу. Но как и на других графиках, я хочу сказать, что лучше было бы, чтобы эта разворотная свеча подтвердилась двумя свечами здесь. Но я понимаю, что это в нашем случае уже месячный таймфрейм. Иногда, если будут две свечи очень-очень такие мощные вверх, будет поздно иногда подключаться. Поэтому здесь я сделал некое исключение. Мы все равно перейдем на недельном таймфрейме. Здесь произошло бычье поглощение. Но следующие свечи, которые сейчас формируются, они дошли до линии нисходящего тренда, то есть до сопротивления, и указывает на потенциальное практически сопротивление для дальнейшего роста. То есть этот сигнал или всего лишь одна свеча, которая есть на паре доллар-франк, хотя она на месячном таймфрейме, указывает на то, что и здесь сигнал на покупку очень-очень нестабилен. Но что у нас есть? Выход из нисходящего канала, несколько попыток протестировать вот эту линию, и мы сейчас снова находимся на вот этой линии. Соответственно, если пара пойдет отсюда вверх, то окажется, что вот эта линия будет работать в качестве сопротивления. Но на самом деле, вы сами понимаете, что на любом мелком таймфрейме, если мы пройдем, все равно лучше покупать, уже если вы отталкиваетесь от вот этой логики, что мы находимся в нижней части вот этого диапазона в паре доллар-франк, лучше покупать при формировании восходящего тренда. То есть если здесь действительно сформируется восходящий тренд, вот первая впадина, вершина, вторая впадина, потом вершина, третья впадина, вот тогда уже более надежно можно подключаться. Сейчас все вот эти сделки на покупку носят большой риск, и поэтому я говорю, что если кто-то подключается на покупку, исходя всего лишь из одной месячной свечи, должен понимать, что ситуация здесь достаточно сложная, долларовый индекс находится под давлением, и все равно на других таймфреймах у нас все-таки идет нисходящий тренд, то есть получается, что мы торгуем против нисходящего тренда на недельном таймфрейме, то есть ситуация здесь тоже практически, хотя по сравнению с другими парами более такая надежная, все равно риск большой. Надеюсь, это понятно. Если есть некие вопросы, пишите в чате. Пара евро-франк, как я вчера говорил, лично не знаю, почему корректируется. Вчера я это прокомментировал. То есть я пропускаю всю вот эту информацию по Северной Корее, потому что информация по Северной Корее, там по делам администрации господина Трампа в США, они идут уже давным-давно. О Северной Корее я не впервые услышал вчера, предполагаю, что и вы. Мы все время слышим, что где-то там некая напряженность геополитическая идет уже годами. Соответственно, возникает вопрос, а почему новости о Северной Корее не повлияли, например, не описывали график все это время, вот, например, именно вчера. Потому что я говорю, вот для журналистов иногда, когда нет новостного фона, то есть нет новостных событий, они просто берут некое такое событие и привязывают его к графикам. Если, например, франк, как я вчера говорил, начал падать, то тогда они бы сказали, вот все инвесторы начинают покупать американскую и европейскую валюту на фоне практически обострения ситуации там где-нибудь в мире, потому что это самые крупные экономические зоны в мире, их валюты самые востребованные по всем данным, соответственно, спрос на доллар увеличивается. И я хочу сказать, что вот даже если мы возьмем долларовый индекс, вот, например, в начале глобального финансового кризиса доллар начал расти. Почему? Потому что говорили, вот в мире начинается непонятность, были вот эти геополитические проблемы в это время, вы все хорошо знаете, в 2008 году. Вот на основе геополитических проблем, на основе ухудшения глобальной экономики доллар повышался. А сейчас те же самые факты нам подбрасывают СМИ, но они объясняют движение вниз. То есть вы сами видите вот эти противоречия, поэтому я пропускаю все вот эти геополитические новости. Доллар-иена. Мы находимся в центре. Ничего здесь практически у меня нового нет. Я не вижу никаких причин для покупок и для продаж, поэтому просто наблюдаю вот эту валютную пару. Пара доллар-канадский доллар.
Более интересная пара, потому что мы говорили, что впервые сейчас кажется, что если здесь начнется формирование бычьей свечи на основе улучшения американской экономики, если это произойдет, мы потихонечку можем пойти к 1.30. И на недельном таймфрейме было вот это бычье поглощение. Но если мы сравним с парой доллар-франк, имейте в виду, что здесь тоже на weekly таймфрейме, на недельном таймфрейме было бычье поглощение в этом нисходящем тренде, а потом следующие свечи практически немножечко поменяли ситуацию. Они не настолько оптимистично смотрят на рост американского доллара. Так что, может быть, мы должны понимать, что здесь все-таки идет череда вот этого медвежьих свечей, которая указывает на рост канадского доллара и на слабость американского. И, соответственно, ожидать, что пара очень сильно пойдет вверх, это немножечко достаточно рискованно. То есть здесь, как и в швейцарском франке, сейчас мы можем увидеть некое замедление. Чисто теоретически говорю. Имейте в виду, что этот сигнал очень-очень слабый. Он всего лишь на недельном таймфрейме. На дневном таймфрейме мы видим, что вот эти свечи не такие практически мощные и большие. Так что имейте в виду, что сигнал здесь очень практически непредсказуем. Я говорил, что если кто-то все-таки хочет рискнуть и подключается, должен понимать, что в случае ухудшения американской экономики, если окажется, что перспективы не настолько позитивные, а более туманны, мы можем и подойти к этой впадине, и вы либо берете на себя этот риск, либо при открытии сделки очень сильно верите, что американская экономика действительно во втором полугодии будет улучшаться. Австралийская валюта. Вот помните тот график, который у меня на сайте Альпари в разделе аналитика Форекс. Я говорил, что тут впадина доткомовского кризиса. Здесь впадина глобального вершина, соответственно, период, который связывается с началом глобального финансового кризиса. И здесь была практически такая середина между двумя вот этими кризисами. То есть это практически та часть бизнес-цикла, в которой мы сейчас находимся во время этого экономического цикла, мне так кажется. То есть я не уверен, ну, на 100% это практически не все аналитики, может быть, подтверждают. Но я так считаю, что вот мы сейчас находимся в том же самом периоде бизнес-цикла. Поэтому я буду отталкиваться от этого диапазона. Мы находимся в верхней части диапазона, и еще раз хочу подчеркнуть, что мне кажется, что пара австралийский доллар достаточно долго может находиться в этом диапазоне, хотя как и вершины могут немножечко выйти за пределы вот этого диапазона, так и впадины в будущем могут выйти за пределы вот этого предыдущего диапазона. И это будет зависеть от экономической ситуации в США и в Австралии. Если экономическая ситуация в США будет улучшаться, то тогда я предполагаю, что пара действительно будет потихонечку формировать где-то здесь вершину, где-то здесь, и снова идти как минимум к центру, к уровню там 75-76. Но никогда нельзя на 100% утверждать, потому что все может произойти. На самом деле я не говорю, что американская экономика будет улучшаться. Я просто озвучиваю свое мнение, что в случае улучшения американской экономики мы будем возвращаться вниз. А если американская экономика зайдет в некий тупик или в стагнацию, я предполагаю, уважаемые участники, что просто здесь вот эта линия восходящего тренда сработает, и потихонечку мы пойдем вверх. То есть, вот такая ситуация. Я лично не знаю, куда пойдет американская экономика в ближайший год, два, три и так далее, какова будет ее траектория. Вот в целом все, что я хотел сказать по австралийскому доллару. На мелких таймфреймах у нас видно, что вот эти свечи пока еще не являются настолько разворотными. Хотя, если честно, вот он восходящий тренд, в котором движется. Я предполагал, что при хорошей статистике по США мы можем протестировать вот эти вершины, то есть где-то 77,5 и так далее. Сейчас добавлю и последнюю валютную пару, новозеландский доллар-доллар. И кое-что хочу и по этой паре сказать. Ситуация очень схожая с австралийской валютой. Думаю, что тут всем это понятно. Это валюта одного и того же региона. Вот практически то, что у меня есть на страничке Альпари. Вот то, что я писал для Альпари. Еще раз покажу
вот эту новость, просто вот этот график, который у меня по новозеландскому доллару на сайте Alpari, я его сегодня добавлю. Секундочку, вот он практически этот график. Пауза во время предыдущего бизнес-цикла, пауза во время текущего бизнес-цикла. И зеленая линия всегда у меня обозначает поддержку. Красная линия всегда, красный цвет для меня является сопротивлением. Я накладываю приблизительно те же самые уровни. То есть сверху у меня красная линия, соответственно, это некое сопротивление. Внизу практически у меня некая поддержка. То есть это зеленая линия. На мой взгляд, если американская экономика будет улучшаться и выйдет на траекторию в 2%, вот это я описал на сайте, сейчас я это прочитаю. Так, где это у меня написано? Где-то здесь. Если американская экономика в 2017 году выйдет на траекторию в 2% годовых, хочу сказать, траектория — это не значит, что просто 2017 год закончится на таком уровне, а что и в будущем траектория сохранится, потому что в 2016 году рост составил 1,5%. То есть если и в будущем мы пойдем вверх, и американская экономика будет повышаться как минимум вот такими темпами, здесь должна где-то сработать вот эта вершина. Подчеркиваю специально для нашего обзора, что эта вершина по новозеландской валюте может немножечко переписаться и дойти до 77-78 рано или поздно. Так что этот диапазон я немножечко могу расширить. Соответственно, при хорошей статистике по США мы можем потихонечку снова вернуться в этот же диапазон, как и пара австралийский доллар-доллар, которая движется в очень схожих таких диапазонах. Вот мое видение. По поводу заседания Резервного банка Новой Зеландии, еще раз хочу сказать, я вчера говорил, что здесь есть такие уровни 72.80, 72.70 и 73.20. То есть эти уровни являются оптимальными в преддверии Резервного банка Новой Зеландии. Я не считаю, что вот это движение, которое пошло вниз, на 100% значит, что пара пойдет вниз. Объясняю почему. Потому что в Новой Зеландии здесь предполагается, что экономический рост будет достаточно хорошим. Для этого я все-таки открою наш экономический календарь еще один раз, прочитаю заявление Резервного банка Новой Зеландии, и тогда пишите ваши вопросы. Я просто хочу тут на один момент обратить внимание. Секундочку, сейчас откроется решение Резервного банка Новой Зеландии. Может быть, лучше зайти по этой ссылочке. Я открою и эту ссылочку. В будущем я буду ссылаться на вот этот отчет по монетарной политике, потому что здесь очень много полезной информации, которая показывает, почему резервный рост Новой Зеландии достаточно такой хороший. В целом я одну вещь хочу показать. Это в самом-самом начале отчета по монетарной политике, который был опубликован сегодня рано утром. Вот читаем ключевое изречение. Новозеландский доллар повышается частично из-за слабости американского доллара. Вот оно, ключевое изречение. Надеюсь, это четко, ясно, понятно, что то движение, которое практически мы видели вверх вот последнее время, частично было из-за падения американского доллара, из-за слабости американского доллара. Так что не думайте, что тут новозеландский доллар сейчас слабеет. Он не слабеет. По Новой Зеландии четко и ясно написано, что ожидается восстановление экспорта, что предполагается, что ВВП будет расти очень-очень хорошими темпами вот за ближайшие 2 года, в среднем на 3,5%, грубо говоря, процента. Соответственно, никакого негатива в настоящее время по Новой Зеландии нет. И все практически, вот эти движения чуть вверх, чуть вниз, полностью зависят сейчас от ситуации по американскому доллару, хочу подчеркнуть. Так что если по США будет улучшаться ситуация, мы можем немножечко увидеть некое движение вниз, то есть чтобы доллар частично отыграл свою слабость. Но если экономика США не пойдет вверх в ближайшее время,
никто не будет покупать доллары из крупных институций, и мы снова можем увидеть движение вверх. Соответственно, тут нет никакой слабости новозеландского доллара в этом движении, которое сейчас произошло в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии. У меня на этом все по валютному рынку. Жду ваших конкретных вопросов. Если они есть, уважаемые зрители, пишите в чате. И у нас потом остается только золото. Читаю то, что вы писали. Так, в конце. Так, еврофранк на дневном графике. Так, Беличков Владислав, еврофранк на дневном графике 260 и 200 периодные скользящие средние развернулись вверх. И 200 вперед на начало пересекать 260. Я на самом деле не знаю, что значит 260 скользящая средняя, Владислав, на паре еврофранк. Соответственно, не могу ничего сказать, потому что скользящая средняя, которая у меня есть на графике, они немножечко другие. Соответственно, давайте мы перейдем тогда к золоту. Если у вас есть вопрос, уважаемые зрители, пишите. По поводу золота, что хочу сказать. Что у нас есть? Я совсем недавно писал на сайте вот эти статьи по золоту. Давайте я сейчас их снова покажу. И там было одно очень хорошее видение, комментарии одного из наших постоянных участников. Я постараюсь прочитать видение этого нашего читателя. Но я, это было вчера, если я не ошибаюсь, давайте посмотрю, если это было вчера. Нет, вчера Владислав писал. Хорошо, я все-таки вернусь на тот обзор по золоту, который я писал совсем-совсем недавно. Давайте, хочу показать вот этот обзор, который я писал. Вот здесь я писал, что на прошлой неделе, на недельном таймфрейме, рисуется потенциал медвежьего поглощения, то есть чтобы сформировалась разворотная свеча. На самом деле свеча пока еще не закрылась. И что произошло? Вот давайте я сейчас перейду на недельном таймфрейме. Вот это медвежье проглощение, мы его комментировали, что не произошло. То есть вот эта свеча не перекрыла тело вот этой свечи. И, соответственно, оказывается, что этот сигнал практически не сформировался на недельном таймфрейме. То есть практически этот потенциал, поэтому я не писал тогда bearish engulfing, то есть я не писал, что это медвежье поглощение, просто есть потенциал, за которым нужно следить. Соответственно, видно, что сейчас снова начинается спрос на золото в краткосрочной перспективе, золото повышается. Мы должны понимать, что мы находимся на трендовой линии. Соответственно, это первые попытки прорыва трендовой линии. Будут ли они сформированы или нет, очень сложно сказать. Но на более мелких таймфреймах я хочу подчеркнуть, что вот тот диапазон, который я давал, может полностью не сработать. Объясняю почему. Потому что, во-первых, он не находится на уровне двойной вершины. Так что здесь риск большой. Я не знаю, может быть, глобальные инвесторы не доверяют росту американской экономики. И я хочу показать, что на мелком таймфрейме, то, что я обсуждал, здесь идет восходящий тренд. Вот когда мы выходили, как и по любым валютным парам, у меня всегда есть вот такой подход. Вершина. Давайте я перейду к линейному графику. Должно произойти движение вниз, которое перепишет вот эту ключевую впадину. После этого должно произойти движение вверх, которое, если нарисуют вершину ниже вот этой предыдущей, вот тогда я буду подключаться уже к некому возможному движению вниз. И оно будет, я и тогда говорил, будет очень хорошо заметно, как и на тяжелых таймфреймах на месячном, что здесь начинает формироваться разворотная свеча, так и на недельном таймфрейме. Объясняю почему. Я сейчас перейду к 4-часовому таймфрейму и покажу. Если это бы нарисовалось, то есть эта впадина, если бы переписалась, здесь должен был бы уровень, как минимум, давайте я покажу, ниже 1242, ниже 1244. То есть вы сами понимаете, нельзя тут на 20 центов переписать впадину и утверждать, что у нас действительно сформировалась впадина.
впадина ниже предыдущей. И вот, соответственно, если бы здесь было вот такое движение вниз до уровня 1240, тогда и на тяжелом таймфрейме, вот она свеча, давайте мы посмотрим на вот эту свечу. Close Open 1240, вот видите ли, вот смотрите вот здесь, что открытие и закрытие вот этой свечи на, извините, на недельном таймфрейме, вот оно практически Close 1269, Open 1255. То есть, если мы бы спустились до 1240, мы бы проглотили полностью вот эту свечу, не только тело вот этой свечи, но даже и цену Open, которая здесь сейчас будет отображаться. Смотрите, Open там 1255, Low 1000, то есть минимум Low 1243. Вот тогда здесь бы получилось полностью медвежье проглощение. И поэтому я, когда рисую и на мелких таймфреймах вот эти необходимые движения, говорю, что на тяжелом таймфрейме там вообще будет очень хорошая картинка. Этого нет. Соответственно, восстанавливается восходящий тренд. Я не знаю, до какого уровня он будет повышаться. Может быть, будет тестировать вот эти предыдущие вершины. То есть, здесь никакого подтвержденного сигнала на покупку не было. И он практически никак не сформировался. Стоит ли сейчас покупать? Может быть, если кто-то вчера подключался на покупку, с учетом того, что эта впадина не переписала эту и движение пошло снова вверх, это практически кому-то могло бы принести профит. Конечно, я, конечно, к этому движению не подключался. Какие у вас конкретные вопросы, уважаемые зрители, к нашему сегодняшнему обзору? Если они есть, ставьте свои там, если они нет, ставьте свои плюсики в чате, если они есть, пишите в чате. Так, я вижу, что только Владислав Беленчуков из Минска пишет. А, я сейчас уже понял, годовая практически скользящая средняя, 200, то есть у которой 261 дней. Конечно, это очень хорошая скользящая средняя, без никаких сомнений. На самом деле я хочу сказать, что действительно в паре евро-франк очень много сигналов уже о потенциальном движении вверх. Поэтому я считаю, что рано или поздно эта пара будет идти к 1.18, 1.19. И здесь необходимо будет на некой просадке покупать. Соответственно, я это озвучивал, я это отслеживаю, поэтому мы комментируем пару евро-франк. Но пока еще вот это движение, оно четко и ясно видно, что ни на каком таймфрейме не указывает на формирование впадины. То есть у нас всего лишь здесь медвежья свеча. Пока еще даже на 4-часовом таймфрейме нет подтверждения восстановления восходящего тренда. Так что лучше подождать. Я отслеживаю эту валютную пару. Если замечу для себя некую возможность, она будет озвучена здесь во время этого обзора. Вижу, что практически вопросов нет. В известной степени это я понимаю, потому что тут мы приблизительно одно и то же самое повторяем. На самом деле я хочу сказать, уважаемые зрители, что я только что начал проводить эти обзоры. Если не ошибаюсь, это у меня ровно уже почти третья неделя. Соответственно, я сейчас исхожу из тяжелых таймфреймов, чтобы нашим зрителям в течение вот этого одного месяца здесь было понятно мое видение, от чего я отталкиваюсь, потому что я всегда исхожу из тяжелых таймфреймов, потом перехожу на более уже мелкие таймфреймы. Соответственно, для меня важно, чтобы вы понимали, если вы будете следить эти обзоры, мое глобальное видение. И потом мы со временем перейдем уже на более краткосрочные таймфреймы. И как минимум еще раз хочу показать вот этот ключевой график, который я с целью оставил. Давайте я сейчас открою пару доллар-франк и покажу некие... Опс, секундочку, где эта пара? Вот она, соответственно, доллар-рубль здесь. Это у меня золото, давайте я его передвину вот здесь. Доллар-франк, еще один раз хочу сказать, уважаемые зрители, тут есть несколько очень важных моментов, чтобы вы понимали, в какой ситуации сейчас находится глобальная экономика. То есть это некий как термометр или барометр мнения крупных участников. Первое. Если мы не видим вот эту часть графика, представьте себе, что мы находимся
в начале 2008 года. Это очень важно для понятия, что происходит и как это может влиять на доллар и на валютный рынок. Вот, например, 2007 год. Появляются первые такие уже более солидные сигналы о потенциале некой рецессии. То есть мы сами понимаем, что в это время потом наступил в конце седьмого или для кого-то в восьмом году глобальный финансовый кризис. Соответственно, это вторая половина седьмого года, когда впервые все эти сигналы потихонечку начинают подтверждаться, что американская экономика начинает идти вниз. Индексы американские начали падать. И тогда вот он, седьмой год, когда практически спрос на швейцарский франк начал увеличиваться. Если мы откроем здесь золото, очень схожая картина. Вот он, седьмой год, вторая половина, когда золото начинает расти. Я это с целью объясняю, почему в ожидании кризиса. Но в первой части этого года, где-то в марте, в апреле, появилась впервые положительная статистика, которая типа указывала на потенциальное восстановление экономики. То есть предполагалось, что это была некая коррекция на фондовом рынке США, если вы откроете Dow Jones и Standard & Poor's, и что потихонечку американская экономика пройдет через вот этот краткосрочный кризис. И, соответственно, спрос на золото, когда начала выходить хорошая статистика в первом полугодии, это было март, апрель, хочу сказать, 2008 года, спрос на золото начал падать, то есть доверие к американской экономике начал увеличиваться. Открывая пару долларов франк, очень схожая ситуация. Инвесторы начали избавляться от франка, предполагая, что американская экономика начинает восстанавливаться. Если мы возьмем пару долларов иена, частично она имеет тоже такую же структуру. Вот спрос на иены практически рос до этого момента. Потом инвесторы начали избавляться от японских иен, от золота на первом месте, от швейцарского франка, то есть от вот этих активов, от safe haven'ов. Соответственно, почему я это показываю? Потому что если мы откроем пару долларов франк, мы находимся на том же самом уровне, вот я показывал, и практически это практически уровень и Брекзита прошлого года. Конечно, Брекзит не самое важное событие в мире, которое произошло в прошлом году, хотя для многих оно очень-очень важно, если вы связаны как-то с Великобританией, если вы торгуете по британским фунтам без какого-либо сомнения, но если мы посмотрим извне, просто дистанцируясь только от Британии и более обширно посмотрим на картинку, мы понимаем, что это событие не было самым главным в прошлом году. Может быть, падение американской экономики было намного значимее для глобального финансового мира. Но все-таки я показываю, что дата 23 июня прошлого года, вот оно практически, она здесь, когда проходил вот этот референдум. Соответственно, эти уровни по франку не случайные, то есть вот эта впадина в 2008 году, вот эта дата Брекзита. И соответственно, я сейчас еще одну линию добавлю, это практически 2010 год, месяц октябрь-ноябрь. Если вы посмотрите в своих календарях, увидите, что в 2010 году, в ноябре, 3 ноября была запущена программа количественного смягчения США. Второй раунд. Почему я это объяснял? Потому что мы находимся приблизительно на тех же самых уровнях. То есть здесь доверие к американской экономике вернулось, потом оказалось, что все плохо, снова франк начинает расти, золото начинает расти. Вот оно практически сейчас открыло золото. То есть золото снова начало вот здесь расти, видно, в этот период. Я возвращаюсь к франку. Потом в преддверии запуска второго раунда по количественному смягчению, хотя вот в этом периоде, когда действовал первый раунд по количественному смягчению, вот где-то здесь все время, снова были предпосылки улучшения американской экономики, они не сработали, когда закончился вот здесь приблизительно первый раунд по количественному смягчению. И американцам необходимо было бы снова простимулировать экономику. И когда это произошло, всем стало ясно, что в американской экономике ситуация очень сложная, кризис очень глубокий, и спрос на доллар-франк
Соответственно, на франки увеличился, на золото после вот этой зеленой линии вы увидите в разы, вот еще один сильный всплеск. Так что мы находимся на этих критических уровнях. Я это объясняю, потому что в настоящее время мы очень долго находимся на этих исторических уровнях. И это показывает как минимум, что я включаю камеру и нам пора прощаться. Как минимум, что глобальные инвесторы пока еще на 100% не уверены и не доверяют полностью потенциалу американской экономики. То есть кому-то может среди нас казаться, что в Америке сейчас пойдет экономический рост, кому-то наоборот может казаться, что идет ухудшение. Мы видим, что глобальные инвесторы заняли полностью нейтральную позицию, и они пока еще не могут сказать на 100%, что в Америке пойдет действительно экономическое улучшение. Надеюсь, это понятно. Я хочу это подчеркнуть, потому что, честно хочу сказать, я в прошлом году несколько раз поверил Федрезерву и многим крупным банкам, что в Америке начнется экономическое улучшение. Я совершил несколько ошибочных сделок на основе таких ожиданий. Нужно было бы где-то пересиживать, чтобы со временем выйти там в ноль или в плюс, то есть таких более долгосрочных. И все больше его, больше вижу, что этот период растягивается. Я это с целью подчеркиваю, чтобы вы понимали, что мы можем достаточно долго колебаться около вот этих критических уровней. Чуть вверх на неких хороших краткосрочных индикаторов в ожидании, что начинается улучшение в Америке, потом снова чуть вниз, потому что может оказаться, что ситуация ухудшается. Соответственно, и золото может колебаться на вот этих критических уровнях, и пара доллар в франке, это переносится на американский доллар, на все остальные пары, потому что это сейф-хевены. Так что будьте очень аккуратными, если у вас где-то очень оптимистичные надежды по американской экономике, будем сверять наши часы с часами крупных инвесторов, и мы увидим, что они пока еще не определились. Соответственно, нам нужно тоже занимать некую такую более реалистичную картинку. Хорошо, вижу, что вопросов нет. Всем огромное спасибо. Я попытаюсь в будущем уже не так много говорить о вот этих долгосрочных трендах, событиях. Я предполагаю, просто вижу, что аудитория приблизительно одна и та же. Буду предполагать, что в будущем в основном вы будете следить за этими обзорами, что вы уже хорошо будете ознакомлены с моими видениями. И, соответственно, я уже к ним их буду очень редко освещать. Соответственно, еще раз вам огромное спасибо, хорошего дня, удачи и до завтра. С вами был Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии.